Пока жители Щелково провожали зиму, праздновали Масленицу и водили хоровод вокруг горящего чучела, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Щелково проводили беседы с населением. Хотелось бы обратиться к гражданам с информацией о том, что на территории Московской области увеличивается рост пожаров. На территории городского округа Щелково сложилась следующая ситуация. Так, по состоянию на 26 февраля 2023 года на поднадзорной территории отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Щелково зарегистрировано 64 пожара. Аналогичный период прошлого года составил 63 пожара, на которых в 2023 году погиб один человек, в 22-м двое. Также в 23-м году зарегистрирован один случай травмирования, в 22-м 7 случаев травмирования. На информационных памятках номер 112. Три цифры, которые нужно набрать, если вы попали в экстренную ситуацию. Этот номер доступен для вызовов с мобильных телефонов всех операторов связи на территории Московской области. Виктория Мельник, Валерий Жиклей, Щелковское телевидение.